Что ты там увидел? Посмотрите на эту женщину. Это Мария. Боже мой. Как бежит время. Мария. Мария. Мария, Мария. Она не жена твоя и не Божья Матерь. Ну, что ты расчувствовался? Мало у нас в Аргентине нищих. Давай выпьем лучше. Не могу забыть. 6 лет прошло. А мне кажется, будто это было вчера. Первые самостоятельные расследования. Понятно. Это как первая любовь, когда бережно относишься к каждому слову и внимательно следишь за каждым жестом. Не издевайся, Хуан. Ты же знаешь, я не святой, и тоже на многое закрываю глаза. Ну, ты в этом не оригинален. Богиня правосудия, как известно, никогда не снимает повязки с глаз. О, да, Хуан. К сожалению, у Фемиды всегда закрыты глаза. А что произошло с этой женщиной? Кто это, Мария? А? Кто? Я столкнулся с фактом, который по своей сущности является преступным. А в Уголовном кодексе о нем даже не упоминается. Все началось со звонка. Слушаю. Говорит главный врач приюта Святой Анны Сальваторе Гильвилле. Рад познакомиться. Инспектор Манолис Мигель. Я вас слушаю. Сеньор Манолис. Я не врач, сеньор Сальваторе, и вряд ли сумею помочь вам поставить диагноз. Моя специальность — раскрытие преступлений. А в чем, собственно, дело? Я не следователь, сеньор Манолис, но мой диагноз — преступление. Приезжайте. Вы новый человек в нашем городе, но, видимо, слышали о роковом утесе. В народе его называют утесом самоубийц. Неудачники бросаются с его вершины в водную пучину и разбиваются о прибрежные скалы. А потом кто-нибудь из родных на камне высекает имя покойника. Сейчас весь утес испещрен именами. И за каждым из них скрывается своя большая жизненная трагедия. Вот, видимо, одна из них и привела на утес моего пациента. Он чудом остался жив. Да. Печальный случай. Скажите, когда его к вам доставили? Пострадавшего привезли к нам в больницу сегодня утром. Когда это случилось? Вчера, около 7 вечера. Его подобрали портовые грузчики. Ваш диагноз? Думаю, сотрясение мозга. Бедняга, он до сих пор без сознания. Безработный? Наверное. Его кто-нибудь навещал?
Нет, доктор, пока никого не было. Если кто-нибудь придет, вам сообщат. Я уже предупредил сестру. Как вы себя чувствуете? Что вас беспокоит? Вы слышите меня? Так больно? А так? Да. Когда он пришел в себя? До вашего прихода больной был без сознания. Скажите, у вас есть родные? Дети? Вы женаты? Неужели этот случай не заинтересовал полицию? Ну как же, заинтересовал. Но у меня создалось впечатление, что она больше заинтересована не в том, чтобы разобраться, а в том, чтобы замять этот случай. Странно. Сеньор Сальваторе, а почему у вас сложилось такое мнение о действиях нашей полиции? Сеньор Манолес, я могу и ошибаться. На, и все же. На вопросы, предложенные полицией, больной не отвечал. Но полиция не очень старалась выяснить обстоятельства дела и быстро состряпала вот этот протокол. Попытка к самоубийству на почве семейной ссоры. Написать такое, даже не поговорив с потерпевшим, очень странно. Может быть, они побывали у него дома? Не думаю. Его никто не навещал. В карманах больного не было обнаружено ни одного документа. Даже имя его неизвестно. Так на каком же основании они написали это? В том-то и дело. Я не счел возможным подписать такой протокол. И решил обратиться к вам. Неужели больной не сказал ни слова? Что-то в этой истории показалось мне подозрительным, и я начал расследование. В тот же вечер, после беседы с врачом, я пошел к утесу самоубийц, поговорить с рыбаками, грузчиками. Но не встретил никого, кто бы знал пострадавшего. Никого. А на утесе имена. Имена, имена, сплошные имена, как на братской могиле. Что же привело сюда несчастного? Я долго искал. И, наконец, обнаружил след. Меня зовут Базилио. Давно работу ищешь? Да. Уже полгода. Да, трудно сейчас устроиться. У вас для меня ничего не найдется. Да где там? Вчера шестерых уволили. Как человек сдал немного, перевалил за 50, так его и... Сеньор Никандро, ты был у него? Нет. Ну, поди спроси, может, тебе повезет. Добрый день, сеньор. Сеньор, может, у вас для меня работа найдется? Нет работы. Но что так долго? Сеньор, очень прошу. Я хороший слесарь, механик, могу и за рулем. Сеньор, какую-нибудь работу. Я же говорю, у меня никакой работы нет. Прошу вас, сеньор, кем-нибудь, грузчиком, посыльным, сторожем. Ничего у меня нет. Альфа, 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 Эстеран, где собака? Ее Базилио задавил. Сеньор, я могу работать кем угодно. Прошу вас, сеньор. Что ты пристал?
Нет работы. Вот сдохла собака. Хочешь, возьму вместо нее? Лаять умеешь? Сеньор, я же человек. Ничего другого у меня нет. Эстебан! Да, сеньор? Пришлешь этого Базилио ко мне? Слушаюсь. Иди, иди. И он ушел. Сколько их покидало дворник Андро вот так, без веры и надежды. Я смотрел ему вслед. И думал о тяжелой доле этого бедняги, который снова вернется домой с пустыми руками. Это ужасно, уважаемый сеньор. Я многое видел на своем веку, но чтобы человеку стать собакой. И чем же кончилась эта история? Альвардо не согласился. Да и кто согласится? Хозяин у нас был мастак на такие милые шутки. Ну и что дальше? Никандро уволил меня? Да, тяжело мне пришлось, пока я снова не устроился. А где он живет? Не знаю, сеньор инспектор. Не знаю. Немного я узнал от Базилио, но во всяком случае имя стало известно, Альвардо. Я побывал в больнице, пытался говорить с ним, но, как и все остальные, так ничего и не добился. Что? Что мучило Альвардо? Ты был тогда неопытен, мой друг, и усложнил простую задачу. Дорогой Шерлок Холмс, тебе с твоими способностями любая задача кажется простой. Так вот, узнав фамилию, я стал разыскивать родных. О, это было нелегко. Но все-таки я нашел жену. Я догадался. Наверное, это Мария и есть жена Альвардо. Да, Хуан. Ты, очевидно, убедился, что версия семейной ссоры самая правильная. Никогда бедные люди не кончают жизнь самоубийством из-за семейной ссоры. Ну и что же дал допрос Марии? Ты выяснил, почему она не пришла к мужу? Она сама слегла в больницу в тот же день, когда случилось несчастье с Альвардо. Преждевременные роды на почве нервного потрясения. Ребенок родился здоровым, а Мария была в очень тяжелом состоянии. Врачи разрешили допросить Марии только через неделю. Увы, и она ничего не знала. Альвардо очень любил и оберегал жену. И ничего не сказала я сеньоре Никандро. Тем не менее, ее рассказ о своей жизни, об Альвардо, в какой-то степени объяснил мне случившееся. Горестной была повесть Марии. О, святая Мадонна, помоги Альвардо устроиться на работу. Спаси нас от голода. Мы так страдаем, Мадонна. Нет сил больше жить. Я не жалуюсь, Мадонна. Такова, видно, воля Божия. Но за что он нас так карает? Ведь нам так мало нужно. Заступись за нас, Мадонна. Пошли нам свое милосердие. Нас всего двое в этом мире. И еще твоя доброта. Если Альвардо так и не сможет найти работу, значит, Бог не хочет, чтобы я жила. И я не допусти, Мадонна, не допусти. Не плачь, Мария.
надо, успокойся. Ты должна беречь себя. Уж лучше умереть. Нет, нет, не говори так. Я так мечтала иметь ребенка. А теперь мне страшно. Я не хочу видеть, как он будет протягивать руку и просить хлеба. Не хочу ребенка. Не хочу. Мария, не плачь. Я нашел работу. Когда я об этом услышал, я вдруг вспомнил рассказ Базилия о собаке. И тут у меня мелькнула догадка. Он согласился? Да, сеньор. Ну что ж, я хозяин своего слова. Будешь получать 5 песо в день. И раз в день тебя будут кормить. Сеньор, а потом вы меня переведете на другую работу. Там будет видно. Правда, ты мне обойдешься дороже настоящей собаки. Но раз я сказал, беру. Сеньор, а что я буду делать? Ну, ну, что делает настоящая собака? Ладно, идем. Я не знал, что хозяину вместо собаки нужен человек, а то давно нашел бы такого. Как тебя зовут? Альвардо Майстеги. Вот твое место. Бери ошейник. Ну что раздумываешь, одевай. Ничего, привыкнешь. Можно сделать человека в нашей так называемой свободной стране. Самый несчастный день для Альвардо стал самым счастливым днем для Марии. Я так рада, что ты нашел работу. Эта Мадонна нам помогла. Святая Мадонна, спасибо тебе за все. Ты доволен работой? Да. А в том, что произошло дальше, я совсем ни при чем. Как можно было предложить такое? Так это не я, это хозяин. В конце концов, в свободной стране каждый свободен в выборе профессии. Позвольте, вы серьезно? Сначала все думали, что это шутка. Просто шутка. Это было так забавно. Можно было просто умереть со смеху. Господин инспектор, я попросил бы вас разговаривать в рамках законности. Все дальнейшие беседы только в присутствии адвоката. Инспектор, немножечко побольше юмора. Неужели вам, интеллигентному человеку, недоступна шутка? Сеньоры! А ну его! А ну! Он сорвался с цепи! А то кого
кого-нибудь покусает? Хоть по ко мне! Где вы раздобыли этого удивительного пса? О, это находка нашего шефа. Да, сеньор Никандро с юмором. А лаять? Лаять он умеет. Подай голос, Альба, Альба! Я не собака. Я не собака. Что? Сейчас, сейчас я его погоняю. Ну-ка, давай, Джон. Покажи свою искусство, Джон. Альба! Ну, Альба! Альба, не будь, Альба! Лезай в будку, дурак, это задавят! Забавная собака. Сеньоры, вы меня чуть не задавили. Велика беда. Нашли бы другую собаку. Таких, как ты, на бирже сколько угодно. Я не собака. Я такой же человек, как вы. Пошел на место. Извините, сеньоры, я займусь им. Вас ждет шеф. Идиот, ты соображаешь, что натворил? Это уважаемые клиенты нашего шефа. Наш новый фирменный коньяк. Попробуйте. Райский напиток. Стоит выпить один глоток, и вы попадаете на седьмое небо. А если два глотка? Еще выше. Неплохая реклама. Лучший космический коньяк. Маршрут. Земля, седьмое небо. Увидите. Всю партию разберут. Два счета. Не прогадайте. Ты что, забыл, кто ты, дурак? Нет, сеньор. Они меня чуть не задавили. Смотри, какой обидчивый. Уж и поиграть с собакой нельзя. Сеньоры, я не собака. О, да. Это непростая собака. Из очень опасной породы. Я не собака. Я не собака! Ну вот что. Сними с него ошейник, и чтобы я больше его не видел. Нет! Нет, нет, не надо. Не надо. Сеньор, вы мне обещали другую работу. Нет у меня работы. А такую собаку я держать не намерен. Сеньор, прошу вас, сеньор, я буду очень послушный, очень хорошей собакой. Только не выгоняйте меня, сеньор. Костыван, убери его. Умоляю вас, хозяин, не выгоняйте меня. Идем, идем. Не надо, сеньор. У меня больная жена. Она ждет ребенка, сеньор. Не надо. Не надо, сеньор! Эстебан, убери его, Эстебан! Он взбесился! Убери его! Не надо, я собака! Я собака! Идите! Не надо! Альварда, как хорошо, что ты так рано пришел.
Сегодня годовщина нашей свадьбы. Неужели ты забыл? Это моя, это твоя, а это мы зажжем вместе. Ну что же ты стоишь? Идем к столу. Раньше у нас горели две свечи, а теперь пусть будет три. Почему ты так смотришь? Альвардо, может, что-нибудь случилось? Что же ты молчишь? Альвардо, ты не хочешь меня поцеловать? Интеллигентные люди. Какой-то жестокий юмор. Юмор? О, нет. Это изуверство. Является моральным убийством. Ну, что ты скажешь, Августина? Ты абсолютно прав, это преступление. К сожалению, как это ни парадоксально, защитить Никандра и его клиентов довольно просто. Шутка. Даже самое жестокое законом не карается. Поэтому я давно уже не верю словам. Да восторжествует справедливость, если ради этого и погибнет весь мир. Чем же закончилась эта, в общем, неприятная история? Деньги не подсудны. Я даже не мог вызвать Никандра на допрос. Там наверху мне сказали, прекратите это никому не нужное расследование. Когда Мария поправилась, она пришла к Альвардо. Об их свидании в больнице мне рассказал Сальваторе. Для него этот день был полон неожиданных событий. У меня есть кое-какие новости. Посмотрите, что сегодня утром принес портовый грузчик. Вот. Обыкновенный ошейник. Но грузчик утверждает, что он был на шее нашего пациента. Когда Альвардо вытащили из воды, грузчик забрал ошейник себе домой. А узнав расследование, принес сюда. Нужно сообщить об этом инспектору. Будьте добры, сеньора Манолиса. А когда он будет? Передайте, что звонил Сальваторе. Или, пожалуй, я сам к нему зайду часов в 7. Инспектора нет. Господин доктор, к больному из третьей палаты пришла посетительница. Она просит свидания. Но у вас скоро обход. Можно ее пропустить? К Майстеге? Да. Проводите ее ко мне. Хорошо. Сюда, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас слушаю. Я жена Альвардо Майстеги. Проходите, пожалуйста, садитесь. Вам известно, что случилось с вашим мужем? Да. Но зачем он это сделал? Не знаю. Вы виделись с мужем в тот день, когда случилось это несчастье? Да, он был какой-то странный. Молчал. А как к нему попал этот ошейник?
Альварда. 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 Это я, Мария. Альварда, у тебя сын. Альварда не довелось увидеть своего сына. Жизнь сломила его, как и многих других. Я часто думаю, почему судьба бывает так жестока? А впрочем, судьба ли? Сотни, тысячи горемык бредут по дорогам отчаяния. Той же дорогой идет и Мария. И, наверное, всю жизнь будет сопровождать ее звон цепи.